Привет-привет! Сегодняшнее видео я хочу начать с просьбы. Не пропусти это видео, подпишись на канал, ведь я открою тебе секрет, как из пенопласта можно сделать искусственное дерево. И возможно этот навык пригодится тебе в будущем, если ты захочешь сделать декор у себя дома или где-то еще. У меня на это ушло очень много времени, а ты увидишь весь процесс за пару минут.